Всем привет, это канал PlayGame, зовут меня Сергей. И сегодня мы начнем проходить серию игр «Медаль за отвагу». Call of Duty мы все прошли, сейчас только ждем выхода новой части. И начнем мы «Медаль за отвагу» с самой первой игры. Это «Медаль за отвагу» Allied Assault, то есть второй фронт. Что ж, давайте нажмем «Новая игра». Наша первая миссия будет зажечь факел, и происходить она будет в Арзел. Так, выберем сложность среднюю, поставим. Лейтенант Пауэлл, я полковник Харгруф из бюро стратегической службы PCC. Наш отдел специализируется в тайных операциях, как правило, глубоко в тылу врага. Шпионаж, саботаж, проникновение в тыл. Именно этим мы и занимаемся, лейтенант. Как вам известно, знаменитый африканский корпус Германии захватил ключевые местности вдоль южного побережья Средиземноморья и сейчас занимается укреплением своих позиций. Мы в сотрудничестве с нашими союзниками из Великобритании должны ответить вторжением в Северную Африку. Кодовое название операции — операция «Факел». В конце концов, лейтенант, это наша первая крупномасштабная наступательная операция в войне. Все, что вы слышали в этой комнате, совершенно секретно. То, что я говорю, это военные. Немцы расположили вдоль побережья артиллерийские батареи. Некоторые из них прикрывают зону нашей предстоящей высадки. Один оперативник британский CIC проник в тыл врага в городе Арзоу на Алжирском побережье. Его заданием является саботаж этих батарей, а затем подать всем четкий сигнал к началу вторжения. Однако вчера все контакты с этим агентом пропали. Артиллерийские позиции немцев остаются в целости и сохранности. И захват офицеров CIC мог сорвать всю операцию. Вы со своим небольшим отрядом рейнджеров проникнете в Арзоу ночью. Ваша задача — уничтожить береговую батарею и спасти захваченного агента. Конкретные детали задания вы узнаете на месте. Оперативник CIC майор Джек Грилла, человек, которого я знаю уже много лет. Он бы никогда не выдал немцам того, что знает, поэтому прошу вас, найдите его до того, как он будет вынужден принять сильнодействующий яд. Не сомневайтесь, это очень важное задание, лейтенант. Ваша команда хорошо обучена, и я совершенно уверен в том, что работа будет выполнена. Удачи вам! Так, все? Рейнджеры указывают путь. Алжир, Северная Африка, 7 ноября 1942 года. Отличная работа по высадке на берег, но пришло время приступить к серьезной работе. Мы имеем в своем распоряжении два захваченных у немцев грузовика марки Opel, которые будут использоваться во время этой миссии. Они доставят ваш отряд в береговую деревню, через которую можно проникнуть в город Арс. Откуда мы получили последнее сообщение от нашего пропавшего агента? Быстро захватите эту деревню и постарайтесь не допустить, чтобы кто-то из охранников сбежал и смог предупредить войска в Арзе. Вы будете находиться в первом грузовике и будете членом штурмового отряда. Нам сообщили, что на этой территории немцы ослаблены, но по своему личному опыту я знаю, что к подобному роду донесениям стоит относиться с долей сомнения. Нет необходимости подвергать себя безосновательному риску. Командовать миссией будет капитан Ричардс, поэтому вы должны обращать особое внимание на его приказы. Лейтенант Пауэлл, вы являетесь вторым командиром, поэтому будете прикрывать тыл и поддерживать атаку на деревню. И еще одно, контролируйте использование боеприпасов. N1 Гарант перезаряжается не очень легко, когда выстрелена не все обойма, поэтому вы должны будете выстрелить все патроны перед тем, как сможете снова перезарядить оружие. Стэнли Харгрус, полковник армии США, командир. Давайте далее. Немецкая контрольная точка через 200 ярдов. Так, прошу внимания. Это миссия по спасению, так что поосторожнее с огнем. Быстро продвигаемся вперед и прикрываем отход. Так, мы вот находимся в первом грузовике. Вот, ребятки, а это кто? Капитан или лейтенант? Капитан, наверное. Тихо! Что за груз? Что-то он долго. Он покупает, подожди. У вас бумаги не в порядке.
Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. Так, Зи. Немедленно покажи мне твои права. Он не берет их, капитан. Так, выходим, пошли. Стоп, это автомат, автомат был. Блин, не было, подожди, а кто с автомата стрелял? Давненько я не играл в эту игру. Ой, готов. Ага, перезаряжаем, только когда все выстрелили. Может перезарядиться. Так, здоровье здесь само не восстанавливается. В старых играх нужно искать аптечки. Зато прицел никуда не уходит, не раздвигается. Руки смотрит всегда в одну точку. Так, а рукопашную он не бьет, да, я так понимаю. Команда, перегруппировываемся. Пауэлл, проверь двери. Что это было? Мне кажется, что я что-то слышал. Назад! Так, готов там наверху на передаче, чтобы отсняли. Так, а глубина, куда ты много мужики. Так, стоп, забраться наверх по лестнице. Осторожно. А, вот, думаю. Твой что ли? Так, и что? Все? Похоже на то. Вперед! О, капитан Ричард был убит в бою, рядовой Томас был убит в бою. Стоп, 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 нас чего осталось? Вперед! Хрена себе! Автомат появился. Задание выполнено. Рейн, так.
Последнее сообщение мы получили от нашего агента с окрестностей городка Арза, который был построен вокруг пустынной крепости, которая в данное время захвачена немецкими солдатами. Если наш агент был схвачен, то существует вероятность того, что его будут держать где-то в пределах города с целью допроса. Его оригинальный план просачивания был достаточно детализированным. Поэтому у него должно быть несколько идей по поводу того, как доставить вас в безопасное место. Если вам повезет, то вы сможете помочь ему завершить его миссию, целью которой является уничтожение 80-миллиметровых орудий, прикрывающих гавань. Отыщите нашего агента. Мы потеряли связь с ним всего немногим более недели тому назад. И когда немцы узнают о том, кем является наш агент, они, скорее всего, отправят его на Берлин для основательного допроса. Мы надеемся, что до того времени они не сделают ему ничего плохого, поскольку он является майором, то после того, как вы освободите его, он возьмет на себя командование миссией. Он хорошо знает территорию и лучшие пути отступления, поэтому вы должны будете прикрывать его сзади и полностью выполнять все его приказы. Это будет непростая миссия. Удачи вам. Так, продолжаем. Блин, не забывать, надо же сохраняться, она шахта не сохраняется. Я, блин, забываю это делать. Опа. Опа. Шустрик какой, я отскочил. Спасибо, они меня чуть не убили. Будьте всегда рядом. Пошли, лейтенант. Осторожно! Готов? Так, погодите, кто еще здесь? Так, ну давай, давай, чувак, иди, что ты видишь. Все мои документы и взрывчатку конфисковали. Нужно спасти их, или миссия будет провалена. Они наверняка в офисе командующего. Погнали, пойдем. Помещение с пистолетом ходить. Он, похоже, еще жив. Если мы разобьем прожекторы, это привлечет их внимание, так что лучше попросту избегать их. Ну давай, погнали. Взрывчатку надо будет подложить, хорошо. Держись поближе, лейтенант, и я покажу тебе, как избегать обнаружения. Да давай, иди, не бунди. Ничего так накатил. Чувак, пойдем.
так, где это мы, в бункере в каком-то? Осторожно! Давай, давай, веди меня дальше. Сука, живучий, я целый магазин в него всадил. Здесь что у нас? Оп! Огонь! Хрена себе! Отлично, мы нашли документы. Теперь давай добудем взрывчатку. Автомат, патрон немножко нашел. Так, что наверх? Ты хорошо знаешь, что нам от тебя нужно. Чем раньше ты нам это скажешь. Лейтенант, кажется, у них еще пленники из армии союзников. Так пошли спасать, елки-палки. Чувак, ты чё, блин, под мои пули попалил? Вот она. Пошли! Да толку уже эти прожектора, но, блин, уже все слышали. Пальбы сколько было. Все, идем. Готов он уже. Так, отлично, задание там мы выполнили, что дальше? Используйте взрывчатку для саботажа. Тем временем я добуду нам транспорт. Погоди, удачи, лейтенант. Отличная работа. Вы не дали немцам возможности узнать важные секретные данные по поводу наших операций и нашли выход из сложнейшей ситуации. Уничтожив 8-миллиметровые орудия, прикрывающие гавань Арза, вы сделали большое дело. Благодаря этому операция «Факел» продолжает идти по графику, и нам будет намного проще провести высадку на берег. Майор Грилла не сомневался, когда выбрал план побега, и теперь он находится на пути к одному из замаскированных складов боеприпасов, расположенном в пустыне.
Он обеспечит вас транспортом, на котором вы двое выберетесь оттуда. А пока вы должны позаботиться о двух вещах. Не дайте немцам возможности убежать и отвлекайте мобильные войска противника во время высадки на берег наших сил. Вы можете сделать это, отыскав грузовые машины «Опель» в порту, который находится под контролем немцев. Выведите машины из строя, отключив их двигатели, перекусив провода зажигания с помощью своих кусачек. И, наконец, уничтожьте все склады с военным снаряжением и уходите оттуда. Майор Грилов встретится с вами, когда только вы выполните задание на стоянке автомобилей. Вы должны быть очень осторожны, так немцы охотятся на вас и намного превышают по численности ваш отряд. Так у нас отряд человека, блин. Задание выполнено. Разбомбить танки 4 штуки. Здесь вот ход. Нет, через гараж, видимо, где-то пройти можно. Лоханулся как-то, конечно. Подожди. Вот, бегаешь, да, прожектор? Побежал я сегодня быстро и не увидел сразу прожектор. Ну да ладно. Меня.
разобрались с ними все-таки. Так, где еще один танк? Это ж не танк, это пародия на танк. Ладно. Тайник с подрывным оборудованием. Так, назад, да куда-то надо. Вот он. Оп, все, валим, валим, валим. Пиши, нам нужно идти. Так, отлично, задание выполнено. Вы отлично поработали, устроив мятеж в автопарке. Я надеюсь, что вы уже отдохнули во время обратной дороги, потому что мы снова нуждаемся в ваших услугах. Вашей последней целью будет радарная станция слежения, расположенная на складе, которая поднимается над Средиземноморьем. Эта станция может направить интенсивный огонь на приближающийся флот с отдаленных береговых батарей. Уничтожив эту станцию, мы сможем сделать так, что эти орудия станут слепыми и бесполезными, что позволит флоту плыть, не опасаясь быть обстрелянными с суши. Грилла будет вести машину, а вы в это время будете стрелять из пулемета 30-го калибра, стоящего в задней части джипа. Станция расположена сразу за заброшенной взлетной посадочной полосой. Здесь вы должны будете уничтожить эскадрилью пикирующих бомбардировщиков, которые там стоят, а также любые другие цели, которые встретите на своем пути. После этого проникните на радарную станцию и уничтожьте чувствительное оборудование радара, просто разнесите панель управления. После этого отправляйтесь к плотине и прорвитесь вовнутрь маяка. Подайте нашему флоту сигнал, все чисто, включишь лампу, когда вы сделаете все это, встретитесь с майором Грилла у подножья маяка, для того, чтобы покинуть это место. Если нам повезет, мы очень скоро сможем изгнать из Северной Африки Ромеля и африканскую армию. Ну давайте дальше. Оживись, Пауэлл, мы приближаемся к аэропорту. Очисти баррикаду! Thank you.
убивают-то? Стой, стой! Ёпта! Как? Приготовься, мы почти на месте. Запомни, нам нужно вывести из строя самолета и охранников. Ага. И не дай им лететь. Пауэлл, у нас грузовик на хвосте. Теперь выходим, да, из машины? Разделимся, я отвлеку их. Пройди через этот бункер к моей... Я встречусь с тобой там. Так, автомата нет, да, у меня патрон.
я... Ребят, мне бы аптечку. Вот она, вот она. Можно сохраниться. Как в упор. Фу, мать вашу. Блин, а, хоть сдох. Так, ладно, сейчас аккуратненько. Все.
чтобы перезарядить сразу. Грузовик перейдет. Так, отлично. Первую миссию мы выполнены. 6 заданий выполнено. Так, выстрелов 240 выстрелов. Попадание, точность 55,4%. В принципе, неплохо. Что ж, друзья, давайте мы на этом закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотры. Комментируйте видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.